Дорогие друзья, добрый день! Добро пожаловать на канал Boston Technic. Меня зовут Иван. Я сегодня представляю вашему вниманию комплекс полной почвообработки Krause Dominator. За один проход выполняет сразу несколько операций. Сначала идут острые колтеры диаметром 63 сантиметра. Такие прорезают почву. Далее идут лапы глубокого рыхлителя, первая батарея, вторая, делают глубокое рыхление. Далее идет выщильник, потом идет дискатор, мульчировщик, и в конце идут прикатывающие катки. Таким образом, за один проход осуществляет полную обработку. Состояние очень прекрасное. Куплен в 2018 году новому дилеру. Используется крайне редко. Поэтому видно по износу оборудования, что он практически не использовался. Как новое все. По рамам вообще никаких вопросов нет. Никаких ни сварочных работ, ни трещин, ни лопин нет. Гравлика вся в норме. Все разъемчики на месте. Полностью готов к работе. Подключай и работай. Вот. Есть наличие. Приобрести можно в любое время. По любой форме оплаты. Наличный расчет, безнал. Также можно приобрести в кредит. Самое главное, мы можем с вами меняться. Принимаем к обмену трактора МТЗ абсолютно всех моделей. Мы являемся официальным дилером МТЗ по области. Также принимаются трактора Т-150. К-700, К-744, трактора иностранного производства, некоторые рассматриваются к обмену. Очень много видов сельскохозяйственной техники, прицепного, навесного оборудования также будут рассматриваться к обмену. Каждая заявка будет рассматриваться индивидуально, и ни одна не останется без ответа. Пишите нам, звоните, обязательно приезжайте к нам в гости. Техническое видео предоставлю по запросу по данной единице техники. Приезжайте к нам в гости. Мы находимся город Волгоград, историческая 183. Агросалон Boston Technic.